«Фолкстейшн Чебоксары». В программе выступлений коллективов аутентичные и стилизованные обряды, вокальные и инструментальные произведения, обработки образцов народной музыки. На площадке перед Национальной библиотекой прошел концерт первого фестиваля «Фолкстейшн Чебоксары». Небольшой сцены участникам фестиваля стало мало. Спев несколько песен, артисты спустились к зрителям. И уже вместе с ними пустились в пляс. А мелодии частушек настолько универсальны, что их можно исполнять и на русском, и на чувашском языках. «Фолкстейшн Чебоксары» – проект, призванный сохранять историко-культурное наследие и традиции народов России и зарубежья. Фестиваль объединил на одной сцене этномузыкантов из 18 фольклорных коллективов. Кроме артистов со всей страны, в Чувашии выступят гости из Китайской Народной Республики и Италии. Кроме этого, знатоки обрядов и традиций станут участниками мастер-классов и творческих лабораторий по фольклору. Гала-концерт и награждение победителей фестиваля пройдет на Красной площади города Чебоксары 24 июня 2014 года.